Холушки Амигос, приветствую всех на второй серии передачи «Мудрость бета-тестера». Ладно, гоню, никогда бы я так ее не назвал. Короче, шло время, я раскачивал технику, прошло сколько я там дней в игре? Дней, ну, 10, наверное. Вкачал себе второй КВ, 34-ку. Я передумал качать немцев, причину потом расскажу. Но совки вначале, я вам скажу, это просто капсулы смерти. Я не знаю, что за игра такая, но каждое попадание в корпус танку, это просто это летальный исход для советской техники. Причем строго от другой советской техники, если немец стреляет, то есть ваншотов не так много. А вот 34-ки все, сколько, сука. То есть игра очень жесткая, заметил, в том плане, что если в картофельных танках бесила только арта, которая ваншотит чемоданами, здесь ваншотят друг друга просто все. Это очень это просто распространенное явление, когда тебя убивают первым же выстрелом. Как и распространено то, что если я начинаю кого-то убивать, вырубать ему внутри экипаж, критовать его там начинку, и это может длиться минут 5, я могу ездить вокруг него, обстреливать его со всех сторон, но и он, сука, не дохнет почему-то. Как так? Но я думаю, сегодня мы это увидим, потому что довольно частая ситуация. Да, я... Ну, на наклейки не смотрите, я в декоре-то не силен, я так для прикола поналепил. Короче, скидывают мне информацию по обучению в этой игре, как что делать, скидывают неравнодушные люди. Вообще как-то первая серия прям выстрелила, уже 40 человек подписалось на канал, это, по-моему, вообще абсолютный рекорд. Ну, в общем-то, слушайте, интуитивно понятно, как тут что прокачивать и как тут развиваться. Просто вот в некоторых местах, несмотря на то, что игра типа сделана русским разработчиком, как я понял, мне казалось иногда, что она... ну, ни хрена не русскими людьми написано, вот все эти объяснения на русском, вот всегда много текста, и все равно непонятно. Такое чувство иногда возникает, что сначала игра была написана на албанском, потом переведена на английский, а потом уже с английского на русский, и все это в Google Translate. Примеры, ну, я уже не помню сейчас, но я играю с двумя кентами, и вот были такие моменты, что мы втроем просто сидели и пытались понять, блядь, что они написали. Ёпты, как это? Вот, например, бонус, вот, например, вот классная вот эта вот фигня, вот смотрите, мы... боевой ранг. Ранг техники, если вы не понимаете, да? Боевой рейтинг. Относительно боевой рейтинг техники. 5.0. Очень хорошо. Награда. Управляя этой техникой, вы будете получать больше львов за миссии. Больше львов за миссии на 100%. В два раза больше львов. Так что, наверное, надо было написать. И вот следующее. Бонус к очкам исследований. Что же это такое? А ничего. Вот именно то, что, блядь, самое непонятное, именно здесь объяснений дать как-то постеснялись. Зато написали, что масса это масса, что мощность двигателя это мощность двигателя. Сука, Black Silver писал, наверное, вот этот скрипт. Ну нахрена вы по два раза одно и то же написали? Блядь, преодолеваемый подъем. Преодолеваемый подъем. Отлично. То есть, блин, ну как бы, ну, это же подсказка должна появляться, когда я стрелочкой навожу. Это не подсказка, вы пишете то же самое, что уже написано, ёптать. Короче, что в этой серии я хотел показать? Я хотел показать, что я придумал, ну, лично для себя придумал, может, на форуме давно всем известен способ, как прокачивать технику немного быстрее, как получать немного больше денег, ну, особенно это Советский Союз кончается, потому что у Советского Союза есть вначале очень быстрый танчик. Я еще в первой серии говорил, что мне очень нравится ездить в этой игре, что танк заносит, что все так динамично. Хер кого закружишь, правда, здесь с такими, блядь, заносами. Но ездить не понравилось. А почему-то, начиная со второго левела, танки стали терять скорости. Вот даже Т-34, вот эта 57-я, сука, она еле ездит, она еле тащится просто. Поэтому я взял себе за правило каждый бой брать в БТ. Видите, у него тут, короче, есть три билета у тебя на бой, да, скажем так. Ты три раза можешь войти в бой на разной технике. А вот на этой БТшке первого левела можешь войти два раза в бой. И если ты зайдешь один раз в бой на ней, а не два, то есть у тебя билет не списывается. То есть это халявный раз можно сыграть. Это очень хорошая штука. Ну и 2 плюс 2 сложил и придумал для этого очень классное применение. Как, то есть, рубить с этого профит. Несмотря на то, что у меня уровень боев сейчас... Сейчас аж пятый, да, я уже с пятыми левелами встречаюсь. Бывает так, что на вот этой БТ-шке первого левела в начале боя я срубаю где-то до 1000 очков опыта и денежек, соответственно, там, и какие-нибудь еще медальки. Вот, короче, значит, работает эта тема, сразу скажу, не на всех картах. Желательно на картах, чтобы так базы были подальше, чтобы их было штучки 3. Но если одна, тоже не хреново. Желательно, чтобы она...
где-нибудь с укрытием там с каким-нибудь была, чтобы за него встать и артобстрелы вас там не достали, потому что артобстрелы хоть и говнище полное в этой игре, они в основном носят на 90% декоративный характер, что там бэм-бэм, все вокруг танка повзрывалось, там создала видимость охуительной войны. В танк она попадает редко, танк она не пробивает, если он, блядь, не первого и не второго левела, то есть там... Ну, сколько я по 4 арт-удара в одну точку накидывал на один танк, и он не умирал. Но если в БТ попадет, то, да, есть хороший шанс загнуться. Так, я надеюсь, что во время загрузки писала. Вот, блин, вот единственное, что у меня вот эта игра реально лагает. Вот в начале игры это, блядь, вообще... Что-то дергается, танк куда-то елозит, все, блядь, противники, союзники появляются у тебя прямо на дороге. Ну, неужели, блядь, не сделать... Так, чтобы люди разъехаться с базы-то могли, ну ёптать. Ну, в World of Tanks там, блин, 30-секундное ожидание, чтобы все прогрузились, все, блядь, придумали, куда им поехать. Тут такой роскоши нету, поэтому в начале... Ну, вот видите, да, что происходит. И вот это постоянная хуйня. У меня интернет, если кому интересно, 100 мегабит. Как, блядь, эта херня лагает, я не знаю. Это лаги сервера, как говорит один мой кореш. Причем у меня такой интернет толстый, я гружусь вообще отнюдь не первым. Интересно, у остальных-то что? У остальных напрямую какая-то связь с сервером может есть. Ай. Еще баги с геодатой тут постоянные. То есть можешь ехать на скорости, врезаться в деревянный забор, и тебя развернет, контузит тебе водилу. И гусеницы снимет еще, да. И все это об деревянный заборчик. Так, откуда враги-то здесь должны ехать? Отсюда вроде бы. Вот и все, и стоим, забираем базу. Если они не приедут на таком же быстром танчике, базу я захвачу и получу халявные 300 очков. 300 очков это как один, за один фраг. Так, ну они где-то примерно здесь сейчас должны ехать. А один фраг халявный, ну, у этого танка нету бонуса к прокачке мифического этого, мистического, который... Ой. Блять, как мне повезло. Который непонятно. Ну, а теперь мне, блядь, не повезло. Ну, союзники здесь... Понимаете, в этой игре даже ездить не все умеют. Как они тут воюют, я не понимаю. А как они воюют? А, графику на минимум. Кусты убрали. Все, стоим, блядь, стреляем. Это просто любимая фишка просто многих здесь. Но не повезло. Встретил очередного умника, который здесь... В этой игре держит линию. Вот в Польше постоянно на каждой линии стоит какой-нибудь КВ-2. Ну, а 410 очков я получил. Еще в придачу к этому денежек. И это, повторяю, бесплатно. Вы ничего не теряете. В идеале все должно быть вот как здесь. Приехали на точку захвата. Захватили ее. Вот здесь есть укрытие, где от авиаудара... Ой, от артиллерийского удара спрятаться. Кому-нибудь повыезжали, чего-нибудь понакидывали. Пусть даже не пробиваете, все равно опыт-то здесь дают за все. Тут можно даже из пулемета спамить и получать за это сколько-то опыта. Вот. Танк, да, пушка слабая. Даже голда никого в этой игре, к сожалению, не пробивает из него. Но бывают и чудеса. Например, в этом бою я убил танк на 2 уровня выше себя. ПВОшка потом зачем-то приехала дурная на 3 левела старше меня. Ну, медали я уже в начале игры... вставил фрагмент с награждением, то есть очень хорошо я хапнул за этот бой, учитывая, что я когда снимал, вернее, снимать начал поздно, пришла идея, что надо будет всем это показать. Вот, я, по-моему, не стал даже бой доигрывать. А, бой кончился быстрой победой, то есть я ничего, кроме как на БТ, ни на чем играть-то и не успел здесь. Вот, видите, 3 базы наши, вот. Ну, этот фрагмент, как бы, он здесь вставлен, чтобы показать идеальное исполнение прямо вот этой, скажем так, техники. Потому что, ну, бывает, идеально бывает крайне редко. Но крайне часто бывает, что вы как минимум захватите точку и получите за это опыт. Почему-то, кстати, на некоторых картах вот перед боем вообще не показываются, где будут точки. Может, я просто смотрю туда, я не знаю. Но, что я точно понял, то, что рандомизатор карт здесь сделался под девизом «Польши много не бывает». Реально, по 2 раза, по 3 раза подряд я попадаю в Польшу. Польша, 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 блядь. Может, разработчик все-таки не российский, а польский, блин. Просто невозможно. И была бы, ладно, карта хорошая, то это, блин,
деревенька у ссаной лужи, это просто, блин, с простреливаемыми улицами с базы до базы, это караул. А, я все-таки не смогу показать бои на разных танках, потому что там левел боев-то будет первый в таких условиях. Вот Т-34Э, сука, вот, блядь, хорошо так носится относительно других 34-ок. Мне показалось, что он самый быстрый из них. Вот, сука, сюда едет, сейчас и разберет меня. Смысл-то я что хочу показать? То, что в боях на танке первого левела, в боях против противника более высокого левела, можно натворить кучу делов. Вот, и срубить халявных очков. Ну, как сказать, иногда халявных, да не очень халявных. По ситуации. Как повезет. Артиллерия очень долго здесь стреляет, поэтому надо... Вот видите, Т-34Э уже, блядь, здесь. Только косой, правда, а так все нормально. Все, я захватил, я получил свой опыт. Пошел нахер, сука. Ну вот, 547 опыта в этом бою халявного выпало. Значит, придется, видимо, показать бои на разной технике, рассказать, что я о ней думаю, потому что, ну, делать тупо подборку из боев на БТ, честно, геморройно, ждать еще более-менее удачного исхода боя, там, я уже говорил, иногда просто удается и медали вывести, иногда и нет. Ночью сегодня вот хорошо прокатывало, зря вот сразу не стал записывать. Видать, все сонные были. Творил, что хотел. Значит, а что насчет КВ? КВ-2, по-моему, просто невероятно скучный танк для меня. Очень скучная машина, она долго ездит, блядь. Еще дольше она перезаряжается, там 36 секунд, что ли. То есть я на КВ-2 играю так, я накликал третью передачу, танк едет, я сворачиваюсь там. Доехал до места, выстрелил, спрятался за горочку, перезарядка, я сворачиваюсь. Потому что, ну, скучно, блядь, смотреть на эту шкалу перезарядки. Ну, просто... Ну, я знаю, я брал этот танк по той же логике, о чем вы сейчас подумали. Зато он ваншотит. Очнитесь, ребята, тут все танки ваншотят. Игра такая, блядь, что не выстрел, то ваншот. И если взять во внимание скорострельность, тут как бы, ну, на этой ступени, на выбор два танка. КВ-85, по-моему, да, второй, и КВ-2. Вот если сравнить их скорострельность, то ваншотная вероятность у того второго танка даже выше будет, чем у КВ-2. У КВ-2, если ты выехал лоб в лоб с противником и рикошетнул случайно, или еще что-то там, осечка какая-то, все, ты трупашник, тебе не дадут перезарядиться, тебя заковыряют нахрен. Поэтому КВ-2 лично, по-моему, очень унылая телега просто, и брать ее я никому не советую в этой игре. Но дело вкуса, опять же, хотите там... Выезжать из-за поворота, кидать плюху, ржать над ваншотом и уезжать обратно. КВ-2 ваш выбор. Мне такое не очень нравится. Я сторонник динамической игры, как я уже сказал, я люблю погонять. Здесь вот особенно мне погонять нравится. Я еще в картофельных танках на СТ-шках, знаете, сколько тяжей закружил? Ой, мама, не горюй. Вот. Здесь, конечно, не покружишь, но я уже говорил об этом. Но я думаю, почему я не стал, кстати, за немцев играть, потому что мне кажется, что хай-левел на СТ-шке совков, там 54-ки, вот это все, они, мне кажется, быстрее носят, чем немецкие коровы, потому что у немцев первая пантера, она по размерам больше тигра, блядь, а вот в этой игре, я не знаю, как в реале было, точно не помню, но здесь пантера выше тигра, выше и длиннее, то есть просто полная корова. Ну, я по картофельным танкам помню, что там у немцев там таран сильный был в игре. То есть таран и точность, все, единственная фишка. Никакой маневренности, никакой бронированности. Да, я еду вперед, возможно, я буду слит сейчас, но я лучше, блин, поеду сольюсь, чем буду стоять и просто ковыряться в носу весь бой. Меня это бесит, меня бесят люди, которые играют, так играют, что стоят в кустах целый бой просто и ждут, кого бы им нагнуть. Отвратительно, по-моему. Эти люди своим присутствием только портят игру. А, вот. На втором месте. Да, и никогда на КВ-2, походу, не быть на первом месте, потому что не успеваешь просто убивать врагов с такой перезарядкой. Просто хелл настоящий. А еще я не понял, зачем в этой игре нужны ПТ-шки, да? То есть отличительная черта ПТ это что? В картофельных танках это камуфляж и это точность стрельбы. Здесь камуфляжа нету вообще. Точность стрельбы здесь у всех почти что снайперская, то есть мало кто промахивается.
любой танк из одного конца карты стреляет в другой конец карты просто белки в глаз, что называется, поэтому я не знаю. А, и при этом ПТ-шки они вообще поначалу не бронированы ни насколько, то есть из пулемета ПТ можно расстреливать. И поэтому я бросил играть, раскачивать ПТ, там накачался какую-то. Потому что я на них даже не играю. Но реально голимая бесполезная техника в этой игре. Это мое мнение. Потому что нету маскировочных сетей всяких здесь. Насчет всего этого не запаривались. В итоге ПТ это просто картонный танк без башни здесь. Я не знаю. Может, если вы знаете какую-то фишку ПТ, вы можете мне написать. Но вряд ли я с вами соглашусь. Потому что, ну, блин. Как бы, если сравнивать игру на ПТ в двух играх, то тут она вообще ни о чем. Ну где враги-то? Че, никто не хочет со мной поиграть? Ну, блядь. Вот едешь на этом унылом медленном танке, даже пулемета нет, по самолетам пострелять. Ищешь врага, блин, нашел, убил, перезарядка полминуты. Господи. При этом, кстати, танк полностью картонный, здесь его пробивают и в маску орудия, и в башню, и в борт, куда хочешь. И хоть ты ромбиком стоишь, хоть не ромбиком. У меня еще, по-моему, ни разу не получилось в этой игре нормально ромб поставить. При том, что в картошечных танках я по постановке ромба был чемпион. Блять, ебаный штук. Туда дернулся, сюда дернулся. Че ты, блядь, трясешься-то, ёпты, стой ты ровно, нахуй. На КВ-2 каждый промах это просто, блядь, дичь. Это просто бешенство, нахуй, у меня вызывает. Потому что это, блядь, минута перезарядки сразу. Ну, минута 36 секунд. Где-то тут за мной союзник ехал. А, он поверху ехал. Но я хорошо, что сел в самолет, потому что танк пиздец. КВ-2 один вообще не может здесь играть. Ему нужна именно помощь постоянно, чтобы прикрывали, когда он на перезарядку уйдет. Команда здесь еще более триперная, чем в танках. Никто никогда никому ничем здесь не поможет. Потому что здесь, как я понимаю, за победу дают столько же опыта, сколько и за поражение. Поэтому побеждать никто не стремится. Да, и, блядь, самолетные бои здесь, конечно, просто. Просто вата. Потому что самолет дохнет, блядь, за секунду. Просто в секунду могут отстрелить тебе хвост, крылья, блядь. Самолет управляется как полное говно. Я даже не знаю, что... Вот почему, что он, блядь, падает? Хуй его знает. Я говорил, что картофельные самолеты говно. Но, блядь, до картофельного говна вот этому говну просто далеко. Очень далеко. Здесь вот как... учитывая, что War Thunder начинался как самолетная игра, очень странно, что здесь самолеты такое говнище блевотное, в которое, блядь, играть вообще не хочется. То есть, если я в картошечные самолеты поиграл, ну, недельки две, да, меня убило, потому что играть с раками, блядь, в самолеты, когда начинаешь по кругу друг за другом летать и стараться настрелять в задницу, блядь. И карусельки такие, блядь, на карте. Здесь все еще хуже. Здесь и управление хуже, блядь, и самолеты просто нахуй... Не знаю, один раз попали, у тебя самолет развалился. Ну, ёб твою мать. Очень интересно. Я не знаю, может, тут претендует на симулятор, но не знаю. Мы с друзьями пришли к мнению, что самолетные бои говнище. Просто лютое. Особенно, если чистые самолетные бои. Так-то хоть на самолете прикольно там, не знаю, на танк бомбы покидать, с ракеты кого-нибудь убить. Чисто самолетные бои здесь просто вообще хуета. Ну, блядь, не знаю. Кому они интересны, блядь, такие? Опять не вижу, где есть базы. Знаете, что особенно, не особенно, как бы, а все в этой игре, вот буквально все рвет мне пукан. То есть ваншот постоянный, это бесит. Я даже понял, почему в этой игре 3 билета в бой дают каждый раз. Потому что с такой жесткой симуляцией боев, что типа каждое попадание это ваншот на 80% вероятности, то как бы это скрадывает только то, что у вас 3 билета в бой. То есть сдох, ну ладно, сел на следующий танк, поехал. Это вот они правильно сделали. Надо бы картошечникам тоже вот эту штуку перенять у них. Хитрожопое решение. Вот, бесит, знаете, после боя иногда непонятно за что, но тебе решают дать награду. Даже если ты сливался как последний проститут, тебе решают дать награду с барского плеча. Там такой барабанчик крутится, блядь. И награды типа миллион серебра или там какая-нибудь запчасть сраная для танка. Ну, кстати, сраная запчасть для танка не так и плохо. Ее можно сразу поставить на танк потом, когда выучишь. Вот, и там между вот этими вагонами серебра, там сейф, по-моему, да, 50 тысяч, что-то такое. Мне, бля, выпала каска серебра, то есть плюс 2500 серебра. Вот, спасибо так, спасибо, блядь, пристально, от души, блядь, 2500, ёпта. А, неслыханная щедрость, аттракцион неслыханной щедрости просто.
и все это, блядь, нервирует просто ужасно. Ну как цель не поражена-то? Ну, это же М3Ли, это же братская могила, блин, на 5 человек или на сколько там. Если я уже говорил в летсплеях по Watch, что наши танкантистки, когда получали М3Ли по ленд-лизу, называли танк братская могила. БМ5 или БМ6, я не помню точно. Ну, братская могила на 6 человек, типа. Символично. Потому что М3Ли, не знаю, как здесь, в картофельных танках его ненавидят все. Это просто худшая машина. Но случилось то, что случилось. В очередной раз авиаудар меня убил. Вообще очень классно, что в начале игры за красивые глаза всем дают по авиаудару. Очень уникально. То есть, чтобы потом тебе авиаудар дали, как я понимаю, надо фраг срубить. А в начале игры просто вот есть кидай. И каждый знает, куда его кинуть, блядь, здесь. Именно на захватываемую базу. Кстати, смотрите, что моя команда тут же сходу просрала то, что я для них захватил. Не ценят они, не ценят. Блин, ну это я какой-то не тот танк взял, хотел на 3-4-85. Вообще, если вы заметили, у меня всего один тяж линейки, остальное все СТшки. Потому что СТшки в этой игре реально намного приятнее. Да, у них слабая пушка, но они в то же время подвижные, маневренные, они более быстрые. А что касается брони, то ее в этой игре не существует, по-моему. Тут, блин, ваншотят одинаково, что КВ, что Т-34, блин. Просто, если тебя не пробили, это какое-то чудо. Но это как у меня бывает, что... Вот меня постоянно пробивает в маску орудия. Вот еще раз повторю, что в маску орудия мне стреляет, и танк мой ваншотится. Когда я кому стреляю в маску орудия, голдой, обычным снарядом, чем угодно, ничего не происходит. Ну, максимум орудия повредил, может, и наводчика убил. Наводчик вообще здесь. Вот наводчик и заряжающий, это люди, которые, блин, просто смертники. Они в танк залезают, чтобы умереть, мне кажется. Потому что первое попадание — это всегда наводчик и заряжающий. А, еще здесь есть боты. Боты тупые, они вообще, они никого не убивают, ни хрена не делают. За них мало дают опыта, если их убить. То есть, ты хочешь потратить снаряд — стреляй в бота. Вот бы ему пушку сломать. От пушки у него и пукан сразу детонирует. Хотя пушку тут починить можно. Ремонт классно сделали в игре. Не то, что вот как в картошечке, блядь, за секунду там все чинится. Здесь реально стоишь, ремонтируешь танк. Ну, все равно быстро, конечно, там зависит количество повреждений. Тупо Ну, даже вот порванная гусеница здесь чинится секунд 17 у меня, по-моему. В картошке это, блядь, вообще она чинится автоматом у многих просто. Ну, потому что сбитая гусеница, да, это довольно серьезная там. Ты, считай, потерял гусеницу, потерял жизнь. И здесь то же самое. Чем больше у тебя закритованный танк, тем он более говенный. Ну, как он отъехал. Никак жопой почуял, блядь. Или может здесь лампочка мод есть? Там 6, но он не поедет, я думаю. Вот, на средних танках игра такая более техничная. А, сразу видно чувака, у которого убрана трава, потому что он... Она ему не помешала прицелиться мне в краешек. Сейчас он меня даже убьет, потому что у него и танк посильнее. У меня что-то, блядь, с наводкой. Ёбаный, которая сломалась. А, мне ствол не поднять. Вот здесь такие поломки, блядь, просто вообще замечательные. Прям, блядь, хвалю. Как можно догадаться было, блядь, сделать такую поломку, которая мешает, блядь, ствол поднимать. А этот жадный хуесос, причем и сам сдох. Он просто ехал принципиально, меня убить хотел. Блядь, еще тут очень, очень неудобно, что в этой линейке, как я понимаю, местами танки не переставить. То есть только экипаж пересаживать. Вообще, блядь, говно полное. Неужели, блядь, не дать возможность редактировать эту хренотень? Неужели... Вот как он, блядь, как, блядь, здесь целится в этой ёбнутой игре? Вот с прицелом здесь просто пизда полнейшая. Вот, блядь, клянусь, нахуй, полное говно, потому что, блядь, ну сейчас видели, да, что я не смог прицелиться, потому что вот этот крестик прицела ёбаного, блядь, сделанного, безусловно, талантливым программистом на уровне Билла Гейтса, блядь, а может быть и выше. Этот крестик сейчас, блядь, фокусировался на листе пальмы, блядь, а не на моем враге, который за ней стоял. Но этот враг, в свою очередь, в меня очень даже нормально выстрелил, потому что у него наверняка стоит, блядь, графика самая низкая, чтобы эти охуенно красивые пальмы здесь, блядь, вообще не было видно, потому что они здесь
Ну мешают они, ёб твою мать, в этой игре. Деревья ваши сраные, блядь. Чё-то надо, наверное, с этим делать, блядь, вам не кажется? Похуй, так играют все. Заебись. Ой, как же меня бесит, как меня бомбит от этих игр. Вот танки, все, блядь, у меня все нервы были еще картошечными вымотаны, блядь. Потому что, ну реально, нет. И вот эти современные танки, там вот игра сейчас появилась, как там, Tank Domination. Вообще говнище, блядь, худшая хуйня. Потому что к этим играм сплошные, блядь, вопросы. Как пробил, чё пробил, хули не видно, какого хера. Одни танки выстрелили, и все разработчики кинулись, блядь, делать свои танки. Сейчас столько танков, блядь, уже понаделано, что ёб твою мать. И ни один, блядь, разработчик не может догадаться сделать игру, знаете, по типу, ну, такую же вот. Может даже на движке танков, только про машинки, типа Twisted Metal, но все же играли, да? На машинке ставятся пушки, пулеметы, ездят, воюют, и это аркадно там, да. А у машины там количество жизней, никто не будет, ну, естественно, там, да, блядь, как машина-то из пулемета не взрывается, там, если вот вы такой человек, которому надо реалистичность, это будет игра явно не для вас. Да-да, я его убил, а он меня поджег, а у меня нету огнетушителя. Пара-пара-пам. Пошел нахуй. Вот, как бы, и машинки бы ездили, это было бы очень бодро, это было бы очень круто. И не надо было бы мозги ебать с этими, со всякими рикошетами, хреношетами. Вот, стреляешь из ракетницы в машину, она теряет столько-то здоровья. И это было бы офигенно, но нет, вместо этого у нас огромное разнообразие игр про ебучие танки, блядь. Которые, причем, все игры про сраные танки, вот из них, из всех, одну толковую игру собрать можно. Так, поодиночке, говно-говно. Ну серьезно, я неделю поиграл, уже надоело, блядь, смотреть на эти ваншоты, блядь, восхищаться очередным, блядь, дурачком, который нахуй хочет тебя тараном на самолете забрать. Здесь вообще люди на самолеты садятся, чтобы, блядь, спикировать и ёбнуться об землю, просто попытавшись кого-нибудь убить. Это такие воздушные сражения классные. Реализм. Да, по поводу, кстати, режима реализм, в который мне советуют поиграть. Вот когда этот разработчик сделает визуальное отображение подбитого танка, да, чтобы я видел, что на танке дыры есть какие-то, что он горит. А не путал живого и мертвого, тогда, может быть, я поиграю. Ну, охуенно. Угол вертикальной наводки у этого танка меня просто поражает. Едешь, ствол задрался, блядь, да пошел ты нахуй. Начинаешь тут, сука, пристраиваться, блядь, как-то вилять, чтобы этот ствол опустился. Очень. А танки здесь очень медленно ерзают. Еле, блядь, поворачиваются, как сраные инвалиды. Это такой геморрой, блядь. Это вот поначалу показалось, что танки здесь офигенно быстрые. На самом деле они тут как инвалиды просто еле ездят. Вот первый танк хорошо носится. Хорошо, красиво, подпрыгивает там везде, его заносят. В картошке тоже Т-52, когда был, тоже носился нихуево. Блять, и опять джунгли, да ёб твою мать. Ну что тут, так мало карт, что ли, что они подряд выпадают? Тем более джунгли, я ненавижу карту джунгли. Эти пальмы, они мне, блять, не дают целиться, они, это меня бесит просто. Неимоверно, я не знаю. Как-то пытаться, знаете, соперничать интуитивной стрельбой против стрельбы от человека, у которого листья отключены, это хуйня полнейшая. Невозможно, блядь, выиграть в этой дуэли. Да ёб твою мать, что-то нажмешь, тебе появление отменяют какое-то. Сука, не повезло. Верхнюю базу выбрать нельзя, рандомно поставили на нижнюю. Здесь вообще, блин, вот все режимы завязаны на захватах баз. Вот все. Или база 1, или база 2, или база 3. Все. Вот три разных режима игры, блин, в War Thunder. Ёпта вместе. Задатки-то у разработчика есть. Все, в принципе, правильно сделано, но все равно. Все равно, блин. Игра приносит только негатив и, блядь, и море бешенства, по-моему. И онлайн поэтому здесь меньше, чем в картофельных танках. То есть в картофельных танках индивидуальный скилл как-то он более ярко проявляется в игре. Там можешь настрелять себе на медаль, на крутую там, закрутить, бой затащить. А здесь как-то, я не знаю. А, ну собрались люди в толпу, да, в команду. Что-то постреляли, погоняли, поиграли, разошлись. Все, ничего. В каждом бою тебе дают столько медалей, что ты уже через два боя перестаешь вообще на них внимание обращать. Пытаться посмотреть, а что там тебе дали, а что не дали. Здесь наградами игра просто сыпет охотно очень. Нету каких-то, по-моему, таких медалей замечательных и редких, которыми можно потом похвастаться, блядь, перед друзьями. Тут там стоит бот. Еще вот какая-то хренотень, что
Когда мой союзник видит танк, у меня на карте может не появиться этот танк. То есть мы вот играем там во взводе. И там говорит, враг, блядь, слева. Я говорю, с какого слева? И начинается там объяснять. Ну, мы можем в разные стороны смотреть. Лево, право у нас может быть разное. Вот типичный бот едет, смотрите. Он не то, что не стреляет, он даже не пробивает, когда стреляет. Я, пожалуй, за ним буду прятаться от его, блин, союзников живых. Кажется, что я кривовато кинул артиллерию, не правда ли? Но здесь артиллерия сама настолько криво стреляет, что пойдет. О, он загорелся, отлично. А вот его, блядь, друг приехал. Такой же, блядь, высокоинтеллектуальный воин. Вообще, ну, я понимаю, что боты здесь для толпы, но, господи, блядь, уже смешно, нахуй. Все-таки убили меня вдвоем, убили. Нечестно, убийцы, блядь, фу. Почти базу захватил. Был бы у меня танк посерьезнее, я бы ее и захватил. Ой, блин, да. Ладно, я думаю, что с видосом можно уже закругляться, я не знаю. Я премиум на неделю оплатил, он у меня сейчас вот-вот кончится, поэтому, видимо... Видос, когда я буду уже на топовом танке, я никогда не сниму, потому что я на танке топовом никогда здесь не буду. Хотя кто-то мне предлагал дать аккаунт прокачанный для записи. Может, я еще надумаю, ну. Просто, короче, я не знаю, вот мы втроем играли, и эти танки, да, и в общем-то, задрот World of Tanks из троих только я, и эти танки надоели всем дня за 4, кому-то за 5, то есть, ну, я даже не могу сказать, в чем их проблема. Это все слишком комплексно здесь. Но одного не отнять. Бои здесь реально проходят веселее, чем в картошке. В основном из-за отсутствия, я так понимаю, камуфляжа. К этому отсутствию надо привыкнуть. Бежить-то без него можно. Просто, я не знаю, как-то надо создать условия, чтобы люди могли на ходу стрелять и попадать. Там автоцель хотя бы тоже ввести, я не знаю. Разобраться с листвой, с просвечиванием, потому что, блин... Постоянно нихера не видно через нее. Это я уже, блин, говорил, что это просто бешенство матки. Может быть, сделать танки более живучими, чтобы вот такой хуйни не происходило. Ну, блядь, каждый раз смотрю, ну и куда он попал? В угол, блядь, я стою ромбиком, но я, наверное, нихуя в этой игре не спасает. Тут вот World of Tanks, там реально скилл твой что-то показывал. Там встал ромбиком, молодец, закружу танк, молодец. Здесь такого нету, блядь. Здесь нельзя никого закружить, потому что это невозможно на медленных танках, блядь. Здесь ромбиком вставать нету смысла, тебя все равно разъебут, блядь. То есть здесь просто настолько боевка примитивная, то есть едь, целься, стреляй, все. Блять, тут нету каких-то элементов, скиллов. Не знаю, единственный скилл здесь это встать на карте в нужное место, откуда вас никто не достанет. То есть здесь, понимаете, здесь нечему учиться в этой игре. Вот здесь как ты, блядь, начал играть на третий день игры, так ты будешь играть, блядь, и через год, и через два ничего не изменится. Учиться нечему, блин. Танки, знаете, для деревянноголовых, по-моему. Отдельная дисциплина, кстати, в World of Tanks это бои в клинче. Там, то есть, топ-игроки даже друг другу вызовы бросали. Давай в клинче на ИСах седьмых. То есть там хер пробьешь из седьмой в клинче, поверьте, он настолько бронированный, что просто капец. В этой игре-то седьмого нет, по-моему. Вот, а там вот так люди реально соревнуются. Причем, кстати, здесь я заметил, нету разброса при движении. Ёб твою мать, какая, блин, игра все-таки добрая, блядь. И при этом на ходу тут хуй в кого попадешь, потому что вот этот сам вот этот крестик, он трясется на каждой кочке. Он на месте не стоит, нету стабилизации. Бред гребаный. Ну, нету стабилизации и нету разброса при движении, блядь. Я хуй его знает. По-моему, лучше бы был все-таки разброс при движении, и при этом была стабилизация, чтобы можно было, блин, на ходу стрелять. Вот этот момент, вот это решение просто говно, оно проигрышное. Если бы была вот возможность стрельбы на ходу, как в картошке, эта игра пользовалась бы, по-моему, спросом в два раза больше, потому что на ходу всегда воевать интереснее. Это всегда зрелищнее, чем когда ты как ебанько сраная, блядь, в засаде сидишь весь бой. О, как интересно играть на КВ-2. Ехал, увидел, прицелился моментально. То есть в World of Tanks как надо? Ты ехал, прицелился, подождал сведения или не подождал сведения, на удачу выстрелил.
И это много что решает. Здесь ехал, кого-то увидел, остановился, сразу же шмальнул после остановки и убил. Муа, супер. То есть так-то в целом танчики-то эти попроще. Они более жестокие в плане ваншотов, но и более простые, блядь. В плане чего, в плане вот, блядь, управления, скилла, то есть это странное сочетание. А вот я, смотрите, в маску орудия КВ-2 выстрелил. У него умерло два танкиста. Куда он мне попал? А, ну у него снаряд какой-то волшебный. Попал в бронеплиту защитную, как я понимаю. От этой бронеплиты очень удачно вылетают осколки во все стороны, убивая нахуй весь экипаж. Эта бронеплита, понимаете, она создана для того, чтобы у экипажа вообще не было шанса выжить. А, потому что в этой игре не бывает такого, чтобы снаряд просто не пробил куда-то. Ну, не знаю, вот, ну, повторяю, у меня вот в маску орудия хуёво всех пробивает. Я не знаю, с чем это связано. Может, я как-то неправильно стреляю в маску орудия. Может, тут рандом тоже великий белорусский сюда добрался. Наверное, улитки спросили у своих коллег, как лучше сделать, чтобы, блядь, люди охуевали от игры. Ничего понять не могли, почему произошло вот так, а не вот так вот. Они говорят, так великий белорусский рандом же решает. А чё я на нее арты-то накидал? Я её и так убить мог. Да, ну и вот, артобстрел идет, блядь. Ничего вообще не принес мне этот 3 артобстрела. А вот, 7 опыта. Отлично, спасибо. 7 опыта и 87 денег. О, еще. А, ну и за помощь 52. То есть артобстрел здесь такая хренотень, которая вот чисто танки первого левела убивать. Я не знаю, возможно, потому что танки первого левела сразу могут приехать на захват встать. Хрен его знает. Короче, что я вам хочу сказать, не хотите психовать по поводу того, что ваш танк никого не пробивает, чтобы играть в равных условиях, играйте в доту. Там вот с этим все в порядке, по крайней мере. Кто кого убил и как, совершенно всем понятно. И еще я не понимаю, по какому принципу мне здесь дают некоторые самолеты. Вот что за самолет с двумя ракетами? Почему некоторые самолеты с двумя ракетами, а не у некоторых самолетов ракет до хера? И вот эта стандартная, кстати, ситуация, итог воздушного боя, блядь, групповое самоубийство. Именно за это я не люблю игры про самолеты, то что там, блядь, не знаю, сука, невозможно с игроками играть нормально в самолеты, ни с какими. Потому что в реальной-то жизни ни один, блядь, летчик, ну, если ты там не этот, как там его, который на таран танки самолет отобрал. Гастелло, по-моему, вот. Гастелло и еще какой-то был, и в песне там летчик Талалихин, вот. В реале таких героев мало, никто не хочет на таран самолеты брать. А в игре, блядь, таких пиздец сколько. Все. Хлебом не корми, дай кого-нибудь просто тараном ёбнуть. Причем за это фраг-то здесь не дают. Вот в картофельных танках, если ты тараном кого-то забрал в воздухе, это фраг. Обоим по фрагу. Ну ты же сбил его. А здесь ты считается, что ты об него разбился, ты мудак. Да, КВ-2, блядь. Ну и здесь еще из достоинств вроде как реализовано то, что в картошке не смогли сделать до сих пор, по-моему. Это то, что на пробитие влияет дальность. Ну опять наводчик сдох, тоже счет. Это даже все равно. На самом деле просто поднадоело. Когда, ну и куда убили? Ну смотрите, ну в маску оружия. Здесь, я уверен, все, кто играет в World of Tanks, сейчас, блядь, просто кипятком колени обоссали. Потому что ни на одном танке World of Tanks маска пушки не пробивается. И разработчики World of Tanks, они вот в том плане молодцы, что они вот реально разбираются там в истории танков, что-то читают, поднимают архивы, там с кем-то консультируются. И они доходчиво в своих видосах объясняют, почему маска орудия не пробивается, почему тот-то танк не пробивается в это место, откуда рикошет, что такое снаряды с доводкой. То есть у них вот эта рубрика очень заебись. Мне интересно... услышать мнение улитки, почему у них в игре, блядь, маску орудия тебе пробивают все, кто хочет, чем угодно. То есть, это они, блядь, с чего такую хуйню взяли? Ну, ладно, пушка должна кританутся, но невозможно насквозь пробить казённик, блядь, этого орудия. Он просто непробиваемый, ёптать. А здесь, блядь, попали в пушку и осколками тебе весь экипаж перебило. Ну, блядь, ну, очевидно же, хуета, по-моему.
Ладно, короче, на этом, думаю, можно завязывать. В принципе, что хотел рассказать, сказал. Что было показать, показал. Вот. Так что пишите, жмите.